Здравствуйте, я Дарья Домрачева, посол доброй воли программы развития ООН. Любой успех начинается с возможности. Возможности найти свое предназначение и достигать своего максимума. Для спортсмена нужны стадионы, для музыканта – инструменты. А для кого-то все начнется с возможности беспрепятственно передвигаться по городу, устраиваться на работу и, в принципе, быть гражданином с равными правами. Ограничения – это проблема среды, но не человека. Я призываю всех в меру своих сил оказывать содействие тому, чтобы у каждого из нас были равные условия для больших личных побед в работе, спорте, искусстве и в жизни. Наше общество успешно настолько, насколько успешен каждый из нас. Конвенция о правах людей с инвалидностью – международный стандарт равенства –